Ребят, всем привет! Мои дорогие зрители и даже наблюдатели. Многие скажут, вот вы дурачитесь, кривляетесь, а у многих людей горе, многие люди плачут, скорбят. То хочу вам сказать так, что мы для того и существуем, чтобы человек вот так немножко отвлекся, чтобы он посмотрел и просто улыбнулся. Чтобы хоть чуть-чуть, как говорится, его и душевное состояние, и эмоциональное немножечко отошло. Но мы все помним большую трагедию в Крокус-Сити-Холл. К сожалению, те люди, которые ушли, которые остались там, они в эту жизнь уже никогда не вернутся. Мы это помним. Мы помним, любим и скорбим. Скорбим всей страной. Поэтому следующий мой ролик будет посвящен памяти. Памяти Крокус Сити Холла. Той дате. Страшной дате, которая унесла больше 100 жизней. Вот. Поэтому не всегда у меня ролики там веселые или еще какие-то. Следующий мой ролик будет посвящен памяти Крокус Сити Холл. Мы помним, мы любим, мы скорбим. Просто живите дальше. Живите и помните о том, что жизнь одна на всех. Одна. И только от вас зависит, какой ваша жизнь будет. Будете ли вы злиться, там агрессировать, или вы будете просто идти по жизни с улыбкой.